В регионе постепенно решается проблема безработицы ввиду реализации различных государственных программ. Только в этом году трудоустроено 26 тысяч акмолинцев, что составляет 122% от годового плана. В целях профориентационной работы среди лиц, испытывающих трудности в поиске работы, содействия в трудоустройстве, оказания работодателям комплектования кадров, в текущем году проведено 104 ярмарки вакансий, приняли участие 1429 граждан, из них 305 трудоустроено. В целях повышения конкурентоспособности участников на рынке труда в 2021 году в области функционируют 12 клубов поиска работы, которые посетили 1925 граждан, из которых трудоустроено 1482 или 77%. Формирование экосистемы на рынке труда – это один из главных вопросов, который глава государства поднял в своем последнем послании. В рамках его поручения утверждено 6 комплексных мероприятий. В Акмолинской области в этом направлении ведется системная работа. За счет внедрения электронной биржи труда в значительной степени снижены издержки бизнеса по поиску персонала. Более 75% работодателей области размещают свои вакансии непосредственно через личный кабинет. Портал функционирует на базе интернет-ресурса inbeg.kz и предназначен для информационного обслуживания в области занятости населения и содействия в трудоустройстве. Посредством портала трудоустроено более 12 тысяч граждан. В этом году завершится государственная программа «Инбег». А со следующего года в стране будет реализован национальный проект по предпринимательству, в рамках которого предусмотрено 9 крупных проектов. Планируется, что Акмолинская область примет участие по 8 проектам. Иван Однорог, Абзал Балтабаев, Бауржан Смагулов, Берик Манап, Кукчей Акпарат.